если мы хотим, чтобы биотопный аквариум был не просто картинкой на пару дней существования выставки, а если мы хотим, чтобы биотопный аквариум как явление вошел в действующие экспозиции зоопарков и публичных аквариумов, безусловно, мы должны учитывать особенности биологии, особенности обитания тех рыб, тех гидробионтов, которых мы будем поселять в наш аквариум. Потребности их весьма различны, часто и не только в морской, но и в пресной аквариумистике. Даже обитающие в одном биотопе рыбы, к сожалению, в аквариуме совместно существовать не могут. Для этого нужно знать биологию, знать и учитывать особенности каждого вида. 22-26 градусов. Жесткость также выносит разную. В солоноватых водах жесткость, естественно, намного выше, чем в пресных реках. До 25 градусов немецкой жесткости выносит жесткость. И кислотность 7-8 примерно водородных показателей. В общем, можно сказать, что это не рыбка, а мечта линейного аквариумиста. Какая бы вода ни была, рыбка будет вам очень благодарна. Очень интересные биологические особенности репродукции у этой рыбы. Казалось бы, все мы знаем, что рыбка живородящая, то есть, ну, это известно всем, половой диморфизм зеленого меченосца ярко выражен. Самец имеет более тонкое тело, намного меньше по размерам, нижние лучи хвостового плавника преобразуются у него в так называемый меч, анальный плавник преобразуется в гонопладий. Самочки более крупные, тело округлое, брюшко круглое, темное пятнышко на брюшке свидетельствует о том, что самочка у нас вертильная и способна воспроизводить потомство. Оплодотворение внутреннее, рыбки живородящие, рыбки полигамные, парни создают, живут в стае. Половая зрелость наступает при достижении рыбками определенного размера 25-30 мм или в возрасте 10-12 недель. Интересную работу очень сделали английские экологи, они, я потом дальше буду тоже говорить о визуальном контакте, так вот они подтвердили, что только визуальный контакт между крупным половозрелым самцом ускоряет половое содержание самочек и замедляет половое содержание самцов. Вот наличие красивого мужчины вот так вот влияет на популяцию, ну не только рыб. Интересная такая особенность у этих рыбок. Самка способна сохранять в своем теле после единичного оплодотворения половые продукты самца до 2 лет. Она использует их дробно в течение 2 лет. Самка способна без дополнительного оплодотворения приносить потомство. Вынашивание до 64 дней, все это зависит от температуры, продолжительности светового дня. Плодовитость бывает большая, от 20 до 200 мальков. Соотношение полов в природе, собственно, рыбка интересна только для аквариумистов, поэтому такими серьезными исследованиями о соотношении полов в природе никто не занимался, но везде встречаются данные, что самцов всегда меньше, чем самочек. С чем это связано, тоже пока не объяснено. Возможно, это летальность среди самцов, возможно, какие-то другие факторы, но самцов всегда будет меньше. Рыбка интересна с какой точки зрения? Именно зеленый меченосец Геллера. Он обладает самым древним, самым архаичным способом передачи генетической информации, касающейся пола. У него нет половых хромосом. У других прицелевых рыб хромосомы половые присутствуют. У зеленого меченосца Геллера все хромосомы одинаковые, так называемые аутосомы. И гены, определяющие будущий пол потомства, они рассредоточены по аутосомам. И здесь речь идет о том, что мы имеем дело с фенотипической или модификационной дифференциацией пола. Это значит, что пол уже рожденного потомства определяет внешние условия среды. Среди рыб это распространено. Коралловые рыбы, морские рыбы также обладают такой способностью дифференцироваться по полу в зависимости от внешних условий среды. Это касается и псевдоантис, пениса, это касается и амфиприонов, ацеллярисов, и групперов. Но у этих рыб есть половые хромосомы. У зеленого меченосца половых хромосом нет. Только факторы внешней среды определяют, какое будет соотношение полов в потомстве этой рыбки. И еще очень интересное явление у этой рыбы.
В 24-м году, в 1924 году впервые подробно описал и задокументировал это явление немецкий исследователь Эссингер. Было замечено, что взрослые, половозрелые самки вдруг через намного позже, чем происходит дифференциация пола, превращаются в самцов. Тело рыб таких инверсионных крупное, нижние лучи тоже хвостового плавника преобразуются в меч, образуются гоноплодии, и такие рыбы способны приносить потомство. Так вот, с 20-х годов шел как бы спор, разговор, что это, поздняя дифференциация пола, или мы имеем дело с истинной инверсией пола у этих рыб. И только в 64-м году итальянские уже исследователи подробно исследовали гонады этих рыб и подтвердили, мы имеем дело с истинной инверсией пола. То есть это одна из истинных форм гермафродитизма. Гонады остаются неоднородными, сохраняются следы ацитов. Такие рыбки часто даже приносили потомство в качестве самок, но затем гонады начинают дифференцироваться и производить спермии. К самооплодотворению такие рыбки не способны. До конца жизни они остаются фертильными самцами, способными приносить потомство. Причем по наблюдениям, опять же, потомство вот таких вот инверсионных рыб, оно будет в основном самочками. Какие конкретно факторы влияют на такое явление, на инверсию? Опять же, таких подробных работ не производилось. И в природе тоже это никто не исследовал. Вот мы в своих аквариумах такое явление наблюдали. Но эксперимент, о котором я позже расскажу, он у нас не об этом. Итак, на других видах рыб, и в том числе на морских, производились тоже исследования, какие же именно факторы влияют вот на эту модификационную и генетическую дифференциацию пола. И были вычленены такие факторы, как прежде всего в главе стоит температура воды. Как правило, именно температурный режим определяет соотношение самок и самцов. Но вот, насколько я знаю, у рептилий, но это правда на стадии яйца, тоже именно температурный режим определяет соотношение полов в будущем потомстве этих видов крокодилов. Вот у рыб это тоже довольно распространено. Второй фактор, который влияет на дифференциацию пола, это водородный показатель. Затем продолжительность светового дня и интенсивность освещения влияет на дифференциацию пола. И затем идет такая довольно большая группа факторов, которые объединены под единым названием социальные факторы. В эти факторы включается очень много пунктов. Это и агрессивность вида. Это изначально и форма тела рыб, это и критическое соотношение особей на определенной территории. Жесткость высокая. Вы знаете, что жесткая вода – это бич московских аквариумистов. Вода не умягчалась. Жесткость 10, а иногда даже выше, 12-13 градусов немецкой жесткости. Аквариумы были сформированы на фальшне с аэрлифтом. Еженедельно менялось 50% отстойной подменной воды. Начали мы эксперимент в апреле. В свое время пошла дифференциация, то есть сначала у меченосцев образуются гоноплодии, только потом начинает отрастать меч. Не обращайте внимания на состояние подсобных помещений, это совершенно не важно для, по сути, эксперимента. Вот это вот аквариумы на стадии запуска. Итак, что мы получили вот сейчас на первом этапе? Эксперимент продолжается. На первом этапе получили весьма неоднозначные такие результаты. В мальковой группе дифференцировался один самец. Собственно, существует статистика из природы, из других аквариальных и каких-то крупных разводин, которые для коммерческих целей выращивают меченосцы. Так вот, соотношение 1 к 2, 1 к 6. Это обычное соотношение выхода самцов в группе потомства. Так вот, у нас получилось 1 к 6 в контрольной мальковой группе. В том аквариуме, где мы поместили взрослую половозрелую пару,
не выщепилось ни одного самца. В аквариуме, где содержался один крупный самец, как ни странно, дифференцировалось два самца. И в аквариуме с полувозрелой самкой дифференцировался один самец. Результаты очень неоднозначные. На основании этих результатов с абсолютной уверенностью, безусловно, нельзя сказать, влияет ли наличие взрослых особей на дифференциацию пола. Сейчас наш эксперимент продолжается. И я думаю, мы попытаемся уточнить, действительно ли взрослая полувозрелая пара тормозит дифференциацию пола. То есть будут уже установлены две пары экспериментальных аквариумов, два аквариума с контрольной группой и два аквариума со взрослой парой и мальковой группой. И тогда уже на основании вот второго этапа уже точно можно будет сказать, действительно ли социальные факторы влияют на дифференциацию пола. Ну, о всех социальных факторах, конечно, говорить нельзя, поскольку мы не можем воссоздать какую-то там слишком большую плотность или какое-то критическое соотношение. Нет, все это возможно, но слишком уже широкий такой охват. Вот мы все-таки постараемся сконцентрироваться на том, насколько именно половозрелая пара влияет на дифференциацию. Результаты своих наблюдений, своих исследований. Мы, конечно, планируем опубликовать в нашем сборнике зоопарковском научных работ. И в будущем мы планируем установить тоже небольшой аквариум Центральной Америки, биотопный аквариум, и где будут в качестве жильцов у нас будут присутствовать зеленые меченосцы. Огромное спасибо за внимание. Если у кого-то есть какие-то соображения по этому наблюдению, то мы благодарны за того, что это у пицелиевых рыб вообще, вот у стайных пицелиевых рыбок у них вот это вот распространено, что соотношение полов оно меняется. Но у меченосов это легче намного отследить, поскольку такая рыба, меч, гоноподий, то есть там сразу все видно, сразу все понятно, вести наблюдение за этим. Это. Все пицелиевые рыбы, они считаются гермафродитами. Вот, то есть, видимо, вот это либо инверсия пола, либо модификационная дифференциация, она присуща всем пицелиям, потому что они считаются гермафродитами. Последний самый короткий вопрос. Трехцветные пицелии максимально может дорасти. Что? Трехцветные пицелии, до каких размеров вырастает буквально? Вы знаете, мы трехцветных пицелий у нас, к сожалению, нету. Поэтому ничего не могу. Спасибо большое. Спасибо. Теперь я хочу приветствовать.